Всем привет! Вот и настал тот день, когда мне нужно покинуть Миннесоту, семью. Да, ну и у меня не бывает без приключений тот рейс, на котором я должен был лететь сегодня, да? То есть Миннеаполис, Нью-Йорк, Нью-Йорк-Франкфурт. Из-за опоздания на 2 часа вылета из Миннеаполиса в Нью-Йорк, да, я ни в коем случае не мог бы попасть на свой следующий рейс, поэтому я поменял рейс через свое приложение в телефоне и лечу теперь в Миннеаполис, Амстердам, Амстердам-Франкфурт. Прилетаю на 5 минут раньше, а вылетаю на целый, где-то на 45 минут позже. Да, вот так вот. Я пока чемоданы собирал, знаете, я даже не знал, что такая задержка у меня самолета. Лариса приехала с работы и говорит: Виталий, а ты что, не в курсе? Ну, я сел, быстро переделал рейс свой. Так, ну теперь все решилось, чемоданы сдал. Теперь просто иду на посадку, да, на свой гейт, на G9, рейс на Амстердам. Так, я особо не знаю, что вам сегодня рассказывать, но хочу только сказать, если такие ситуации случаются, да, никакой паники не нужно. Все решается очень просто, вплоть до всего абсолютно, поэтому так, ну и полетели. Не знаю, останется ли у меня время на стрим. Я особо, как сказать, тут не тороплюсь никуда, да? Да, вот если вам показать немножко аэропорт. Да, обычный аэропорт, как обычный. Самый лучший в Северной Америке, как говорят, если судить по статистике. Так, ну особо сегодня ничего ему рассказать не буду, просто полечу. Так, как это ничего не расскажу? Я же это, апгрейд сделал, да? Я сидел в самых первых рядах комфортных, да, которые мне полагаются по моему статусу. Но благодаря вот этой вот перемене, да, рейсов, то есть меня посадили аж в 49-й ряд теперь. Да, это потому что спонтанно, да, здесь, в принципе, ничего сделать невозможно, потому что все комфортные места уже заняты. Так, теперь зайду в Duty Free, посмотрю немножко. Интересно мне, что здесь, сколько стоит. Ну вот мы и в Амстердаме,
Я даже не знаю, честно говоря, сколько летели. Мне кажется, около 8 часов. Так, ну и теперь мне 2 часа здесь находиться нужно. И потом следующий рейс на Франкфурт, где меня встретит мой брат. Взял кофейку в Starbucks. Мокка. Средний размер, то есть medium или grande, как у них написано. 5,50 стоит. И еду я на этот раз без ручной клади, потому что я ее просто в маленький чемодан и положил в большой. Потому что два чемодана, да, и каждый по половине, наверное, набрался, поэтому я так сделал в этот раз. Я это так уже не первый раз делаю. Да, и так мне проще, понимаете, за собой чемоданчик не тащить. Обычно люди заказывают, но на этот раз почему-то много заказов не было или вообще не было. Please ensure your cell phones and other devices are switched over to flight mode. Thank you. Mocht u hierna vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan een van ons.
Ну вот и все, ребят. Дома я. Ждал я Коляна минут 5, может быть. Максимум. Все четко. Вышел, сел, поехал. Ну, это та система, про которую я вам говорил. Так, там пикать начинает, потому что я... Вот он сейчас карту сует, платить ничего не надо. До 10 минут бесплатно. Все нормально, долетел. Немножко, знаете, в Амстердаме предупредили нас, что с опозданием вылетаем. Так, пристегнуться нужно, а то будет пищать. Но сказали также, что будут лететь так быстро, что мы прибудем вовремя. И прибыли мы прям минуту раньше, чем было запланировано. Так что все четко. Так, теперь у нас 170 километров пути домой по автобану. Я бы купил билет на поезд, знаете, но там до сих пор проблемы с этой железной дорогой. То есть поезда как надо не ходят. Поэтому попросил Коляна, у него как раз отпуск, чтобы он забрал меня. Так что все нормально, все ништяк. Всем спасибо за внимание. Всем пока.